Сегодня мы будем с вами снимать видео о том, как сварить собаке вкусную и полезную диетическую кашку. Меня часто спрашивают люди, у которых собачек особенно какая-то проблема со здоровьем, например, диарея, расстройство желудка. И врач сказал, сварите собаке рисовую кашку, больше ничего нельзя. Люди варят кашку, собака ее не ест, все, и непонятно, что делать. А сегодня мы сварим такую кашку, которую собака будет есть с удовольствием. И это все очень легко и просто, и быстро, минут 10-15 у вас займет. Причем над кашей это не надо стоять над душой, там пара действий, буквально вы собираетесь на работу и там... 3 секунды время потратили, там засыпать, помешать, все закрыть, выключить и оставить ее настаиваться. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко. Я занимаюсь лабораторами с 2002 года. Питомник лаборатора From Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Итак, что для начала мы делаем? Берем кастрюльку, наливаем сюда воды, и это приблизительно 2 трети. Сильно доверху не наливайте, потому что каша у вас выйдет из берегов. Ну и там на дне водички тоже не нужно, потому что каша будет сухая. Пока водичку я поставила, у меня, смотрите, электрическая плита, и поэтому у меня немножко технология будет другая, если газовая плита. Просто когда я ее выключу, свою, она будет у меня настаиваться автоматически, потому что плита электрическая, как вы знаете, долго остывает. А у тех, у кого газовая конфорка, просто нужно будет буквально минут на 5 конфорку не выключать, а просто оставить на очень-очень медленном огне, и все. Так, поехали дальше. Что для... Пока у нас водичка, мы ее закрыли крышечкой, немножко приоткроем, чтобы она не ругалась нам. Закрыли крышечкой, чтобы она побыстрее вскипятилась. Берем у нас пакет риса. Вот 1 килограмм. Рис у нас пропаренный. Это хороший рис. Методом проб и ошибок я это определила, потому что... Не весь рис подходит. Очень часто непропаренный рис липнет к кастрюльке, и потом его очень тяжело отдирать, очень тяжело отмывать. Не экономьте на рисе, купите лучше. Один раз он чуть-чуть дороже стоит, но вам, поверьте, будет гораздо... Он будет и вкуснее, и гораздо удобнее. Нам нужно будет для всего этого действия... Вот у нас 1 килограмм, тут у нас пол пакета. Мы используем пол пакета, то есть пол кило приблизительно. У меня тут даже чуть-чуть меньше, но это не суть. Дальше мы открываем консервы. Вот консервы берем. Я беру это Симба, Монж. Я беру для взрослых, для с ягненком. Он жидкий, ягненок этот. Консервы, в принципе, можно брать любые. Тут 400 грамм нормально. Вот на эту кастрюлю будут эти консервы. Чем жиже консервы, тем лучше. Потому что наша цель не накормить собаку мясом, а наша цель сделать так, чтобы собака ела. А для этого нам нужна вкусная, вкусная юшка, вкусный соус. А само мясо нам особо-то и не обязательно. Напомню, что мы варим кашку для собак, которые сидят на диете. Не просто для тех, которых нужно каждый день кормить. Этого мало. Эта каша не подходит. Это просто временная каша для тех, кто сидит на диете с какой-то проблемой. Ну и пока мы ждем, пока закипает вода, мы все откладываем, ну, занимаемся своими делами и вернемся, когда вода уже закипит. Все, водичка наша закипела. Открываем крышечку, убираем ее в сторону. Боже мой, она горячая. Берем рис и быстренько его весь рассыпаем. И также быстренько мы это все мешаем. Потому что иначе наша кашка прилипнет к кастрюльке. Мешаем и ждем, пока она закипит. Ждать придется недолго. Хорошо помешали, чтобы она к дну не прилипла. Вам уже потом ее отдирать. Так, смотрим. Кстати, не забудьте, что кашу эту нельзя ни солить, ни перчить, ни кидать туда никакие приправы. Я знаю, что большинство нормальных людей это понимают. Есть отдельный уникум, он думает сделать собачки вкуснее, но это все нельзя, тем более кашка-то диетическая. Вот каша, в принципе, по большому счету закипела. Берем консервы и аккуратненько
туда их выливаем и высыпаем. Видите, какая консистенция? Тут много юшки и много мелких кусочков мяса. Нам как раз такое не подходит. Так, помешали. Помешали. Хорошо помешали. Ждем, пока закипит. Ну, закипает она очень быстро. Вообще каша варится очень быстро. Бывает, собираешься куда-то там по своим делам, одну рукой закинул, другой помешал, третий побежал, что-то свое сделал, прибежал, выключил, там поставил крышечку, закрыл, она себе настаивается, и все, забыл про эту кашку. Все очень легко и быстро. Нужно еще через какое-то время на всякий случай помешать, но уже каша сейчас вряд ли прилипнет, уже все. Все с ней будет хорошо у нас. Итак, ждем, пока она закипит. Она уже закипает. Это она у меня на сильном огне, на троечке на моей электроплите. Вот она закипает. И мы переключаем на двоечку, то есть на средний огонь. И оставляем ее вот так вот вариться где-то минут на 5. Больше не нужно. Кашка наша активно кипит, бурлит. Я думаю, что уже пора с ней заканчивать. Там много не надо, 5-7 минут достаточно. Вы не пугайтесь, что она выглядит жидковатой. Поверьте, она такой не будет. Рис обладает удивительными свойствами впитывать в себя жидкость и расширяться в много раз в объемах. Все, мы еще раз помешали ее на всякий случай. И на своей электрической плите я ее выключаю. А если у вас газовая плита, можете ее на медленном, очень медленном огне поварить еще буквально минут 5. Все, выключаем и ждем, пока она перестанет бурлить. Кашка наша перестала активно кипеть, но она еще не готова. Мы берем, накрываем ее крышечкой. Вот так вот. И оставляем на плите. Плиту мы выключаем. Кастрюля стоит. Кашка настаивается, готовится сама себе там уже. Без нашего участия. И считается готовой, когда кастрюля полностью остынет. Это будет еще не скоро. Поэтому, если вам нужна каша, то лучше готовить ее заранее. Потому что это, ну, какой-то процесс времени занимает. И вы просто ее оставляете, уходите по своим делам. Когда она остынет, вы ее кладете в холодильник. И потом, когда вы будете на следующий день давать эту кашу, или через несколько часов, не раньше, и она, если она слишком густая или холодная из холодильника, вы запарили водичку, вскипятили в чайнике и чуть-чуть полили кашку, ее подогрели таким образом, кипяточком разбавили. Все, и отличная диетическая еда для вашей собачки готова. Хочу сделать акцент, еще раз внимание ваше на то, что это именно диетическая каша. Она не подходит для каждодневного питания собаки, потому что здесь мяса очень мало. Здесь всего лишь одна баночка консервов, 400 грамм, а этой тарелочки, ну, допустим, для лабрадора это хватит в день там на 2. На 2 дня, наверное, этого хватит, если только кашей питаться. А это ничтожно мало получается. 200 грамм этих консервов в день – это ни о чем. То есть это чисто временный вариант для того, чтобы посадить собаку на диету, и чтобы она ела эту кашу и облизывалась. Поверьте, пахнет она замечательно, и все ваши родные и близкие сбегутся и будут спрашивать вас, а что это за плов вы приготовили. Так что берегите кастрюльку. А через несколько часов мы откроем крышечку и посмотрим, что получилось. Потому что пока кашка была жидкая, и сейчас она тоже еще жидковатая. И посмотрим, что будет с ней через несколько часов. Открываем крышечку через 2 часа. Вот наша кашка. Смотрите, водички уже никакой нету. Так, сейчас возьмем
ложечку, все, рассыпчатая, прекрасная кашка, плов. Готов к употреблению. Видите, как она всю водичку впитала. Пусть остывает. А потом можно в холодильник положить. Передавайте это видео всем своим друзьям-собачникам, у которых собачкам нужна диета. Рассказывайте, как можно сварить вкусненькую кашку, от которой их любимец не откажется. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.